Всем привет! Егор, Белуга Фиш и Скиф приветствует вас. Да, Скиф? Чё, как дела ваши? Мы в цеху. Рыба растет. Ванны наполняемые. Помните, я вам в предыдущих роликах говорил, что скоро будем самых крупных стербелов и стерлить перемещать. Вот сюда стербела уже потихоньку начинаем пересаживать. Сейчас ванны наполнятся, будем забивать. Сюда стерлить крупную. Вот этих кабанов. Потому что пора уже, пора. Корм делаем с витаминами. В прошлых выпусках я рассказывал, как мы это делаем. И для маленькой рыбки. И он, Михаил Владимирович, брызгает для большой рыбкой. Михаил Владимирович, вы чем здесь занимаетесь? Да вот витаминами корм пробрызгивает для рыб большой. Что за витамины? Витамин Гана Супервит. Гана Супервит? Да, и аскорбиновая кислота. И аскорбинку. Аскорбинку мы тоже любим. Она продается не в виде таблеточек, а в виде такого порошка. Тигр наш разобрали. Тигр. Без двигателя стоит. Тигр. Надолго. Разобрать, ты собрать надо. Да. Что такое, Скиф? Гляньте, какая сегодня погода. Какой прекрасный, чудесный весенний денек. Ласточка моя стоит. Так, не обсыкай мою ласточку. Скиф, я что сказал? Садочки. Дует, короче говоря, небольшой ветер сегодня. Но погода солнечная. Ветер прям не такой ледяной, знаете, холодный. А такой уже более-менее чувствуется весенняя погода. Ждем, пока это все растает, превратится в кашу, в грязь, слякоть. Эта свинья будет бегать, беситься. Будет весь грязный постоянно. А это у нас дизельный генератор 50-киловаттный. Несмотря на то, что в данный момент у нас электроэнергия подача есть, но все же бывают перебои. И вот эта штука нам помогает справляться с этими перебоями. То есть, если, не дай бог, происходит какая-то аварийная ситуация и отключается свет, то он стоит на автомате, автоматически включается. И, собственно, с помощью него, этого друга, у нас функционирует весь наш цех. Честно говоря, этот дизель-генератор, он ест как самый, я не знаю, там... Вот Хаммер же есть, как танк. Вот он также ест. Литров 40, а то и, наверное, 50 в час. Свинья еще тот. Но это один свинья, и этот тоже свинья. Здесь у нас остатки копинца. Это с витаминами, это мы крупную рыбку кормим. Кстати, что скажете по поводу того, что поставки кормов из Европы прекратятся? Чем питаться будем? Чем кормить рыбку? Напишите в комментариях. Дайте совет дельный. Потому что я думаю, сейчас все-таки ни биомара, ни копинца уже не будет. Поэтому надо будет поддерживать отечественного, наверное, производителя. Поэтому напишите список, или вот чем вы кормите, что посоветуете из отечественных, конечно же. Ну а что нам делать остается? Будем поддерживать отечественного производителя. Так, что у нас сегодня по кислороду? 7,4 миллиграмма на литр. И температура воды, ну, утром была 17, сейчас 16,7. Это потому, что добавляем свежую воду с озера. Добавляем. И поэтому водообмен проходит большой. В связи с этим температура немного, конечно же, упала. Но сейчас мы эти бассейны наберем, вода остановится, температура опять начнет повышаться. А так мы выводим уже на 18. Марина занимается роликом, сортирует самого мелкого. Потому что у нас сотка и 300 еще остались.
А некоторый ролик уже, который побольше, он уже смело ест 500-ю фракцию. Поэтому мы самую мелкого малька русколенского сетра достаем и будем пересаживать в ванну. Вот подготовили вот сюда, а вон Марина уже сюда начала пересаживать. Вот обратите внимание, вот эти вот маленькие писюнята, прям такие еще мелкие, это самые отстающие. Для того, чтобы вот именно как раз таки сотку и 300, которые у нас осталось, уже скармливать им. Ну потому что смысл крупной рыбе давать фракцию стоит 300, не видим смысла, это только, ну, трата денег. А вот соседняя ванна, вот обратите внимание. Вот видите, какая она прям, мелкие. А теперь я вам покажу стерлядь покрупнее, смотрите. А разница с началом кормления, то есть вот этих первых начали кормить, а через, ну, 4-5 дней начали вот этих кормить. Вот представьте, какая разница в росте. Вот это самое отстающее. А стерлядочка вот это уже готовится вот в тот бассейн. Я захотел еще, ну, все-таки весна чувствуется. Хочется, чтобы, знаете, зелени было побольше, цветочков побольше. Поехал, понабрал всяких горшков с земли, всяких цветов. И, короче, сегодня Марина колдовала. Вот такими манипуляциями происходит. Стербел 3-граммовый, в принципе, уже в этой ванне. А Михаил Владимирович, он мешает вунш-пунш витаминный. Сейчас, ребят, и вас пересадим. Ванна освободится, и будем ролика пересаживать тоже в эти ванны. Вы их не теряли? Работников года. Что надо сделать на канале? Подписаться и палец вверх. И комментарий. Слыхали? Иначе отправлю их двоих разбираться с вами. Да, ему забыл. Кого забыл? Скипа. Скипа забыл? Скип. Да, скип он всегда. Поэтому пацаны в норме. Работает бригада. Гляньте, что еще покажу. Поэтому хочу, чтобы везде были цветочки, зелень. Ну классно же, когда все-таки цветы вокруг будут. Практически ванна готова. В этой ванне было 1500 стербела крупного. Вот здесь сейчас плавает почти 1500. Сейчас будем еще 1500 сюда добавлять. Здесь им хоть есть место, где разгуляться, поплавать. И рыбка, когда у нее больше пространства, больше телодвижения она делает, она и потребляет гораздо больше энергии, но у нее и прирост идет лучше. Лучший обмен веществ и корма больше потребляет. Ну и понятное дело, она растет гораздо быстрее. Ну и что вы думаете, я сделал? По нулям, видите? Снимаю, блин.
Нажать-то забыл. Мне кажется, его кто-то разыскивает. Вы посмотрите на профиль его. Анфас, профиль. Давай езжай уже, стригись. На Ниве, Ниву заводи и на Ниве езжай. Стрелятка, короче, комплексует, выделяет жидкость, поэтому стрелять решили все-таки ведрами переносить с водой. Михаил Владимирович, все-таки решили ведрами? Ну, конечно, лучше. Зачем так-то ему? Три тысячи штук стербела находится в этом бассейне крупного. А сейчас стерлядь в этом. Чуть глушануть, и рыбка поплыла. А то они как звери, знаете, есть. Что-то испугались. Шугануть и бабац, побежали. Вот то же самое и рыбы. Вот она. Видите? Смотрите. Ама. И все, и сразу поплыла. Хитрые. Работа продолжается. Вот хитрожопа, смотрите. Бать, и поплыл. Меня не проведешь. Вот он еще один. Хитрожопый. Ага. Пошел. Смотрим. Лоху гоняет. Ага. Хитрожопые. Ну, а, собственно говоря, те ванны, которые освободили, будем рассаживать вот этого русско-ленского осетра. Посмотрите, ванна такая уже на самом деле переполнена, поэтому будем с этой ванны рассаживать. Видите, их много здесь. Корм. Вот ванну освободили, сюда будем садить, отсюда часть. Собственно, мы подходим к концу, к завершению рабочего дня, хотя мы работаем сутками. Кормление у нас мы придерживаемся пока каждые 3 часа, через недельку, наверное, будем переводить еще на час. Каждые 4 часа. В сутки обязательно. Обязательно кормление, обязательно чистка ванн. Ну и так далее. Ребят, ну а я что могу сказать? Если видео зашло, палец вверх. С вами был Егор. Белуга Фиш. Всем бобра. Пока.